уже большой период времени со стороны Молдовы были возбуждены уголовные дела в отношении тех или иных должностных лиц Приднестровской Молдавской Республики. В Приднестровье также возбуждены уголовные дела. Поэтому все-таки надо видеть здравый смысл, сделать ревизию данных материалов и пойти по пути прекращения так называемых политически мотивированных уголовных дел. И в этом есть тоже движение вперед. Я в этом очень как бы этому рад. Молдова вот. Вроде бы закрыла 11 уголовных дел, насколько я понимаю. Ну, это со слов, да. Не 11, вроде бы, а 12 даже. Еще готова закрыть еще 26. Вот всего 38.